День Святого Валентина – прекрасный повод пожениться. Сегодня в ЗАГСе выстроилась настоящая очередь из желающих связать себя узами гименея. 42 пары – большой показатель для зимних свадеб. Как правило, рассказывают сотрудники ЗАГС, в праздничные дни и красивые даты желающих пожениться становится больше. Так, 11.11.2011 и 12 декабря 2012 года в городе стало на 50 пар больше. Молодожены считают, что жениться в праздник – хороший знак. Покровителем их пары автоматически становится Святой Валентин. Это специально, да, очень красивая дата. И так как мы хотели зимнюю свадьбу, подходящий день. Очень символично.